Кто такой маркетмейкер и зачем он нужен? Маркетмейкер – это юридическое или физическое лицо, которое заключило договор с биржей и помогает поддерживать уровень цен торгуемых активов и их объемы. Маркетмейкерами могут быть объединенные в группы коммерческие банки, брокерские компании, дилинговые центры, инвестиционные фонды и частные инвесторы, владеющие значительным капиталом. Каковы основные задачи маркетмейкеров? Маркетмейкеры являются посредниками между покупателем и продавцом. Именно через них заключается любая сделка по активу. Основные функции маркетмейкера на бирже – это удержание котировок в определенном диапазоне, предоставление дополнительной ликвидности и предотвращение разрывов цен. То есть маркетмейкеры поддерживают баланс на рынке. С этой целью они могут в течение торговой сессии держать разнонаправленные заявки, формируя приемлемый для большинства участников размер спреда. Кроме того, каждый новый день, в момент открытия торговой сессии, маркетмейкеры обязаны определить оптимальную цену открытия, которая соответствовала бы интересам большинства покупателей и продавцов. Какие бывают маркетмейкеры? Ордер-тейкеры – маркетмейкеры, которые в качестве посредников исполняют заявки инвесторов. Ордер-мейкеры – маркетмейкеры, которые наблюдают за рынком и составляют прогнозы для конкретных акций. Как работают маркетмейкеры? Маркетмейкеров не интересует история актива. Они анализируют стакан, где отображены тейк-профиты, стоп-лоссы и отложенные ордера. Такой анализ позволяет им первыми узнавать о возникновении перевеса в медвежью или бычью сторону. Это позволяет не допустить больших скачков волатильности на рынке. Обладая всей полнотой информации, маркетмейкеры также своевременно доводят сведения о торгах до всех остальных участников. Это обеспечивает всем равные условия, гарантирует упорядоченность и честность рынка. Иными словами, маркетмейкеры допускают движение цены вверх или вниз до уровней, где удовлетворяются все заявки. А если такие покупатели или продавцы не находятся, то маркетмейкеры выступают в этой роли сами. Что самое главное? Маркетмейкер – это юридическое или физическое лицо, которое следит за балансом на фондовом рынке. В обязанности маркетмейкера входит посредничество между покупателем и продавцом, удержание котировок в определенном диапазоне, предоставление дополнительной ликвидности и предотвращение разрывов цен.